Всем привет, мальчики и девочки! Прошлый раз, ребята, нам очень сильно понравились загадки. Ага. О, да! Поэтому в этот раз мы будем загадывать вам вкусные загадки! Давайте попробуем! Да! А можно я начну? Давай! Поехали! Готовы, ребят? Внимательно. То ли фрукт, а то ли птица. Это что за небылица? Коричневый, пушистый. На вкус он очень кислый. Коричневый? Ага. Это кокос. Он пушистый, он коричневый. Но он не кислый. Кажется, я догадываюсь. Ты сказал пушистый? Ага. Это значит персик. Да? Сожалений, бум-бум. Нет. Что это? Коричневый близко. Молодец, молодец, Лёля. Вы готовы? Ага. Зелёный крокодил в огород твой заходил. Этот овощ на расхват. Положи его в салат! Я знаю! Ау! Это кактус! Кактус? Кактус? Нет! Какой кактус? Кактус! Кажется, я знаю, что это! Говори! Положить в салат. Но это не брокколи. Это не брокколи. Я знаю. Что? Ты сказал, он похож на крокодила? Да. Значит, это огурец. Огурец. Молодец. Бум-бум-бум. Огурец. Огурчик, огурчик, огур-гур-гур-гур-гурчик. Огурчик. Ну что ж, вы готовы? Да! Точно? Да! Ну смотрите, главное слушать внимательно. По форме толстячок, а по цвету красичок. И с соком я сдружусь, и в салат сгожусь. Что же это такое? Я знаю! Это яблоко! Абсолютно неверно! Неверно! Красное! Значит, это... свекла? Нет! Неверный ответ! Чики! На вкус приятный, значит, спелый. Ага. Это значит дыня. Ага.
критики знают. Ха! Вкусный! Да! Это тыква! Я люблю тыкву! Тыква? Ага! Тыква вкусная! Но это не тыква! Да, это не тыква! Чача, может быть, ты знаешь? Да! Да? Это арбуз! Да! Да, это же арбуз! Чача, молодец! Это арбуз! Молодец! Арбуз! Арбуз! Попрощаться нам пора. Но увидимся, друзья. Вкусно с вами поиграли. И все фрукты отгадали. Да!